Ребята, всем доброго утра. Я хочу сделать небольшой совсем прямой эфир относительно моего последнего поста про плечи, про работу с плечами. И в качестве иллюстрации к этому посту я поставила разные картинки с Натараджасаной. Мне приходит некоторое количество вопросов в директ относительно этой асаны, хотя пост был про плечи и про работу с плечами, но обычно, когда Натараджасана выставляется, это одна из таких самых интересных, эффектных асан в хатха-йоге, то сразу начинают вопросы по ней писать. В общем, есть анатомические ограничения у некоторых людей, и, ну, по большому счету, у большинства людей, взрослых, они есть. Если человека с детства или с юношества не занимался какими-то видами физической нагрузки, особенно плаванием, да, там, ну, естественно, гимнастикой и прочими культурами, то плечи у него довольно закрепощены чаще всего. А если у него еще вот это накладывается анатомическое ограничение, то сделать что-то подобное, типа Натараджасаны, становится практически нереально. Но все возможно. Вот, в частности, моя ситуация, у меня есть анатомическое ограничение, и я с детства не занималась никакими видами действий, типа плавания. Плавать я вот так относительно не умею, а гимнастикой и остальным. То есть если я работала еще относительно с ногами, может быть, со спиной, то плечи у меня были всегда непроработанные. Вот. Поэтому, когда в йоге я начала делать какие-то элементы, положение гамукхасаны, замок рук со спиной, когда мы вводим одну руку вверх, другую вниз, делаем такой замок, у меня получалось очень со скрипом, причем только на одну сторону, на вторую сторону не получалось совсем. Вот это к вопросу о том, что совершенно не всегда препятствием этому являются бицепсы или лишний вес. У разных людей может не получаться. Вот у меня не получалось, совершенно точно, я это помню. И что помогало, я в последнем посте написала. В общем-то, там идет некоторое обсуждение, и по большому счету это известные способы, естественно. Работа с ремнем, это работа в шейно-грудном прогибе, которую сейчас нынче модно называть анахатасаной. И попытками удержания гамукхасаны, гаруды для рук, различными вариациями. Есть на канале Ом Видео и на моем канале упражнения для плеч, которые можно пробовать выполнять. То есть если у вас такое же ограничение, такая же проблема, то это все можно делать. И как я в посте написала, все это важно делать не только для того, чтобы у вас получился какой-то эффектный кольцевой захват, вы сделали фотографию и удивили, поразили ваших знакомых. То есть в данном случае я выкладываю подобные красивые эффектные фотографии в Инстаграме или подкрепляю их постам для того, чтобы люди обращали внимание на текст. То есть у меня есть надежда еще, что все-таки тексты будут читать. И картинка в данном случае является таким вот маяком, на что следует обратить внимание. Но для жизни хорошие раскрытые плечи, свободные плечи нам нужны не для того, чтобы красиво сфотографироваться. Я думаю, что у каждого из вас есть понимание. Не только даже в хорошей осанке, но и в свободе, в пространстве, в области плечей, грудного отдела, в свободном дыхании. Ну, все это очень хорошо воздействует с точки зрения физиологии. Если говорить об энергии, если мы уже занимаемся пранаямой или медитацией, прямая спина – это тоже залог успеха, что что-то мы почувствуем, как-то продвинемся в этом движении, в этом направлении, в этой практике. И я хотела тоже вам показать фотографию. Вот у нас есть с Валентиной Ульянкиной совместная фотография, совместная Натараджасана. Там очень хорошо видно работа плечей. С учетом того, что, ну, вы знаете, что я занимаюсь йогой 10 лет, порядка 10 лет, и, конечно же, я стараюсь работать с плечами. Я стараюсь делать все те упражнения, которые описывали. Если раньше у меня получалось захват, что плечо у меня уходило в сторону головы, то есть даже не могло подняться назад. И в большей части я выполняла этот захват за счет поясницы, за счет прогиба в пояснице, причем асимметричного прогиба, ногой тоже не дорабатывала. То есть захват-то получался, и даже на тот момент, вот эта фотография у меня в Шри-Ланке, она сделана, по-моему, в 2009 году. В общем, мне казалось, что это потрясающе, это так здорово, так красиво, еще и на высоте сделано. Но, тем не менее, это было достаточно для поясницы опасно. С точки зрения работы плеча вообще ничего не работало. Просто именно для фотографии, для картинки. И, ну, здесь, если вы так делаете, в принципе, наверное, ничего плохого в этом нету сделать 1-2 раза, опять же, для себя, для какого-то эффекта. Но продвижения здесь не будет. Опять же, я тоже в посте в Инстаграме об этом писала, там в каком-то комментарии, что для Натараджасаны нужны уже подготовленные плечи, уже нужны раскрытые плечи. Дотягивать и прорабатывать плечи в Натараджасане могут себе, наверное, позволить
только опытные практики, а кто пытается уйти в глубину, уже в какой-то захват, например, двумя руками, или, например, вот это Йогананда асана тоже для углубления, тогда можно пытаться прорабатывать плечи. Но, тем не менее, начальная подготовка все равно уже нужна, нужна база. И вот эту подготовку, эту базу, конечно же, выполняется, ну, в основном, например, на животе, когда вы делаете с ремнем различные вариации, или же в положении голубя, когда вы дорабатываете, ну, то же самое раджа-капатасана. Считается, что экопадраджа-капатасана, она легче, чем раджасана, потому что там не нужно баланс держать, да, но в то же время для колена, ноги, которая вперед идет, это тоже определенная нагрузка. Если у вас ротации тазобедренных не хватает, то на колено будет нагрузка серьезная. То есть здесь нужно тоже так вот балансировать, искать какой-то свой вариант. Соответственно, шейно-грудной прогиб и различные работа с плечом, может быть, круговые вращения. Знаете, как пловцы тренируются перед тем, как пойти в свой заплыв. Они делают различные махи руками, вращения в области плечей. Ну, естественно, в йоге вот существует такой йога-пропс, это ремешок. Вот с ним разные тоже есть варианты, как с положения стоя, так и с положения лежа. Так вот, натараджасана – это асана, в которой все это должно быть. И если у вас, ну вот как у меня, например, есть это анатомическое ограничение, то, конечно же, перед тем, как пробовать выполнять натараджасану, каждый раз нужно долго разогреваться. То есть такого, чтобы вы утром проснулись и сразу сделали кольцевой захват, вот у меня, по крайней мере, за 10 лет такого не сложилось, и, в принципе, я в это особенно не верю. Знаю, что есть люди, у которых есть природная гибкость в этом направлении, и для них это не составляет проблемы. Ну, возможно, здесь тоже как-то связано с кармой, какими-то проработками, снятием кармических ограничений. Здесь просто нужно ориентироваться на текущий момент, на текущее состояние нашего физического тела. И вот я хотела бы привести пример вот этой фотографии нашей с Валентиной Ульянкиной, ее натараджасана и мою натараджасану. Здесь не нужно причем думать, кто-то выполняет хуже, кто-то лучше. Здесь просто очень хорошо видны анатомические ограничения в плечевом суставе. Ну вот на моем примере вы можете посмотреть. Когда плечо дальше, чем за голову, оно не выходит. И здесь можно дорабатывать, опять же, или той же поясницей, или все-таки стараться дорабатывать ногой, ногу тянуть вверх. Эти анатомические ограничения, они тоже не являются препятствием для того, чтобы выполнить кольцевой захват. В принципе, мое это выступление, оно именно для этого и сделано. Вы можете все равно работать, просто вам придется работать дольше, интенсивнее и больше тренировать терпение. У каждого человека есть какие-то слабые места, и вот если у вас это плечи, это не значит, что нужно бросить все, забыть и не мечтать больше об этом, если, опять же, для вас это важно, если вам эта асана интересна, нужна, может быть, вы хотите на занятиях какие-то эти элементы показывать, ну или по какой-то личной своей причине, какой-то вот это ваша цель, задача, то вот эти анатомические ограничения преодолеть можно точно. Естественно, тренируя все это в совокупности, то есть не только плечи мы будем прорабатывать, но и спину, и ноги, но тем не менее это возможно. И еще раз обращу внимание, что есть на канале YouTube ум-видео и на моем канале подготовительный комплекс к экопадраджа-капатасане. Вот там с плечами много работы. То есть здесь не нужен какой-то дополнительный курс, дополнительные занятия, что-то вот, какие-то посещения. Просто посмотрите это видео и попробуйте позаниматься хотя бы один раз. А дальше можете уже заниматься самостоятельно, просто выбрав себе любимые интересные упражнения, которые работают именно для вас, и выполняйте их регулярно. В принципе, эти гибкостные элементы, их можно выполнять каждый день, потому что там переутомления как такового нет. В то же время не нужно торопиться, форсировать события и выполнять постепенно, для того, чтобы не было гипермобильности. Потому что если у вас нет ограничений анатомических, ну просто пока вы не занимались раньше, может быть, йогой или не выполняли никогда кольцевых захватов, у вас будет идти достаточно легко все это, очень быстро будет развиваться это направление. И здесь, конечно же, чтобы не привести к гипермобильности, важно добавлять силовые асаны. Силовые асаны, они важны, в принципе, для всех, для тех, у кого есть анатомические ограничения. Но по себе я замечала, если я начинаю тренировать такие асаны, как лаласана, там, какие-то силовая бакасана, упражнения, например, брахмачарьясана, когда нужно скруглять сильно спину, плечи уводя вперед и выталкивать лопатки назад, у меня гибкость в плечах уменьшалась. Вполне возможно, это только моя проблема, мое ограничение. Может быть, эта проблема будет у всех людей, кто имеет подобные ограничения в плече, как у меня.
Вот, соответственно, может быть, если у вас такое есть, лучше делать меньше все-таки силовых упражнений. Да, эта практика важна, да, нужно укреплять спину, нужно укреплять там пресс для того, чтобы безопасные прогибы шли. Но именно в плане плечей, если у вас нет гипермобильности и даже этим близко это не планируется, то можно минимизировать силовые асаны для плечей. А если же вы знаете, что есть гипермобильность и так, вы это замечали, причем отмечу тоже вот по себе, гипермобильность в локтях и в плечах это не одно и то же, это совершенно не обязательно должно быть связано и одновременно проявляться у одного человека. У меня, например, локти вот такие мобильные достаточно, я их всегда берегу, а плечи очень закрепощены. Так что все может быть в одном теле, разные ограничения. Вспоминаем о карме, тоже есть различные теории о соотнесении разной кармы с разными частями тела. Потому что в одном теле может быть все что угодно. И если у вас гипермобильность в плечах есть, то, конечно же, хорошо вам подключать и разные планки, и лаласану, и виньясы, и это сочетать. То есть помимо того, что мы в этом комплексе параджи капотасани и подготовки делаем, конечно же, еще добавляйте и различные силовые элементы. И еще мне в директ писали вопрос, что ну, какое конкретное упражнение дает эту позу натараджасану, то есть что нужно делать, чтобы именно ее сделать. Здесь я скажу, что, конечно же, нужно работать в совокупности, в комплексе. Это должно быть обязательно проработка всего тела с акцентом на плечи. Но может быть много блоков, много закрепощений как в спине, так и вполне возможно в ногах. И устраняя, работая только одно, вы будете упускать какой-то момент. А для плечей вот все, что важно, это я перечислила в посте, но, по крайней мере, для меня, что было важно, и что мне помогло сделать, ну, хотя бы так. Я знаю, что вот относительно даже той же йога-типики у меня натараджасана с захватом с двумя руками не так, как бы это хотелось видеть, ну, даже мне, например. Но с моими ограничениями я уже поняла, что это бесполезно совершенно, и нужно довольствоваться просто тем, что есть. Вот в данном случае, вот я считаю, что в нашем клубе идеальный антараджасана с захватом двумя руками у Валентины Ульянкиной, тоже я вам эту фотографию приводила в пример. Хотя вполне возможно, она тоже чем-то недовольна или считает, что что-то можно доработать лучше, глубже. Я ориентируюсь большей части на йога-дипику Айенгара. Зачем нужно выполнять антараджасану? Это вообще очень интересный вопрос, зачем им нужно. Ну, скорее всего, зачем нужно вообще выполнять все асаны? Вот это, ну, я тебе такой же вопрос скажу. Стас, зачем делать пробросы? Помнишь, у тебя был эфир, когда по аштанге, я тебя тоже спрашивала, а зачем все это делать? Вот к чему это все нужно? Зачем все эти асаны, хатха-йоги? Каждый найдет свое объяснение, однозначно. И мое объяснение вряд ли устроило бы кого-то из участников. Считаю, что любая причина, она хороша, если она не ведет к вреду другим людям, если она не причиняет вред, боль, дискомфорт другим людям. Вот. И если вы мотивируетесь чем-то, то это обосновано. У меня есть причины выполнять различные асаны, в том числе натараджасану. Моему телу доступны не так многие асаны, в силу, опять же, ограничений. Ну, например, я уже давно поняла, что йога-нидрасана, да, или экапада-шершасана, это для меня, ну, если и доступно, то нужно много очень времени в этом провести и, скорее всего, без травм не обойтись. Потому что, когда мы с вами видим красивые упражнения, красивые асаны хатха-йоги, даже известных преподавателей йоги, мы видим картинку, но мы не знаем, что за этим. А за этим, ну вот по личным беседам с некоторыми преподавателями и, опять же, в различных обсуждениях, тем, как проходил этот жизненный путь, разных преподавателей и именно путь в йоге, в хатха-йоге, я практически за каждым встречаю обязательно жалобы или там, воспоминания, что ох, в молодости было очень много травм, потому что торопились, потому что выполняли упражнения неправильно или правильно, но слишком там, уделяли большой акцент там асанам, но не компенсациям, ну и прочие вещи. То есть мы видим с вами красивые там ноги за голову, подмышку и, не знаю, лотосы какие-нибудь нереально сложные, но в то же время мы не знаем, что сколько травм этот человек пережил. Или мы сейчас видим вот эти стойки на руках, различные пробросы, переходы, прыжки какие-то, ну, безумные, на мой взгляд, которые, я не знаю, имеют ли отношение к йоге, не имеют. Опять же, эти преподаватели, видимо, знают, зачем они это делают. То есть здесь без осуждений, просто, ну, вот я не знаю, зачем тратить такое безумное количество времени на это освоение.
Если есть причина, ну расскажите мне, в принципе, интересно об этом поговорить. А в то же время есть асаны, которые для вас важны, и они у вас получаются относительно. Вы чувствуете к ним предрасположенность, и вы чувствуете от них эффект. Ну, вот на мой взгляд, вот если у вас такое есть, потому что в целом у меня на Тараджасане получалось и 10 лет назад. Вопрос, в каком виде. Да, и это на фотографии очень хорошо можно проследить. И здесь, если вы видите предрасположенность, это вполне можно делать. Если вы знаете, что у вас ротация тазобедренных такова, что вам йога-нидрасана не светит или светит, в принципе, скорее всего, с сильными травмами, то вы уже принимаете решение, стоит это делать или нет. Ну, на текущий момент у меня такая позиция. Мне просто кажется, что не нужно освоить все асаны из йога-дипики, нежели... заняться какими-то внутренними практиками. В то же время не нужно, на мой взгляд, отказываться полностью от каких-то продвинутых, серьезных, интересных вариантов, которые для вас кажутся на текущий момент развития важными. Да, я знаю, что Стас это мне возвращает карму от эфира. Карма возвращается вообще очень быстро, вы это можете пронаблюдать. И в данном случае я помню отличный эфир Стаса, помню то, как он старался мне по-доброму и человечно отвечать на этот вопрос. Я точно так же стараюсь ответить. Каждый находит то направление хатха-йоги, к которому он чувствует близость, родственность, интерес. И самое главное для меня — это мотивация к регулярной практике. Если какое-то направление вас мотивирует заниматься каждый день регулярно и с полной отдачей, да, потому что можно коврик расстелить, сделать пару кошек, там какие-то легкие вариации и пойти заниматься своими делами. Можно выполнять именно ту тренировку, которая дает вам развитие. Развитие на уровне тела, на уровне ума. Причем вот второе, на мой взгляд, все-таки первостепенное, первоочередное. Потому что если вы занимаетесь только телом, вот вы тренируете каждый день эту стойку на руках, потом какие-то себе ставите задачки постоянные для ума, и выполняете, накачиваете тело, на этом чаще всего человек останавливается. И здесь тоже так наблюдаю, что... То, что мы думаем о себе внутри, совсем не факт, есть реальностью. Вот в этом плане медитация, которой человек занимается, когда он пытается посмотреть на окружающую среду, на окружающие события без призмы запутанности. К этому результату приводят медитативные техники, внутренние практики. Потому что когда мы, даже вот с вами сейчас разговариваем, я что-то рассказываю вам, это определенные концепции. Как бы мне не хотелось быть с вами искренней, честной, правдивой, я это все делаю, но тем не менее я все равно говорю через определенную призму шаблонов, которые есть на текущий момент. Медитация — это все устраняется. И опять же, то, что я замечала, то, что я читала, а природа реальности, она может быть видна, но неописуема. И природа реальности, и природа всех вещей, объяснение причин каких-то, ответы на глобальные вопросы. Это все видно, это все есть, но это необъяснимо, неописуемо, непередаваемо в словах. Поэтому, когда я пытаюсь даже объяснить смысл выполнения и причину выполнения тех или иных асан, это лишь концепция. Я пытаюсь это уловить где-то в пространстве, какую-то мысль, и передать ее, стараясь не окрашивать ее каким-то своим мнением. То есть без окрашивания видно только в медитации, видно только человеку медитирующему, и передать это невозможно. Это можно передать ментально. Но опять же, доступно все это только для высокореализованных мастеров, и я об этом могу только читать и только догадываться. Вот Стас пишет, данное направление, речь про аштанга виньяса йогу, данное направление эффективнее успокаивает мой ум и прорабатывает тело. Я не загоняюсь в форме, помню об этом. Вот, Стас, в данном случае я тебе хочу сказать, очень здорово, если это так. Ну и в принципе, вот относительно любого человека, очень здорово, если вы делаете натараджасану или делаете стойку на руках или какие-то сложные формы, не загоняясь формой, и действительно об этом помните, и это правда. И это правда не только на словах, но это действительно правда внутри вас. Потому что мы можем сказать на камеру и сказать даже себе, сказать вслух, сказать своим друзьям о том, что мы не загоняемся в форму, насколько это так внутри.
И, в принципе, то, что там внутри, не обязательно даже кому-то говорить, потому что, ну, честность перед самим собой — это то, что у нас есть, и то, что никуда не денется. Вот если это так внутри, если ты правда в это веришь, и если ты так живешь, то, ну, это не проявится. Если это не так хотя бы на там, долю этого ответа, там, на 1% этого ответа, то это рано или поздно проявится. И ты от этого будешь очень страдать. Потому что придется искать различные новые объяснения, новые оправдания и так далее. Поэтому самое главное — честность перед самим собой. И замечу еще раз тоже, это недавно один мой знакомый выложил пост про искренность. Вот искренность, та, которая нам кажется, что это искренне, это одно. А то, что есть в действительности без окраски нашей запутанности, невежества, вот наших ограничений кармических, шаблонов восприятия — это совсем другое. И что это такое, мы можем понять сами за собой только через практику концентрации, медитации, ну, то есть внутренней практики, нахождения самим собой. Слово випассана, ясное видение, когда во всех различных объектах бытия и во всем бытие видно три характеристики бытия, это нам позволяет увидеть действительную искренность, насколько это есть. Ну, по крайней мере, вот у меня такая позиция на текущий момент. Вот... Еще один вопрос, видимо, от Светланы. Если человек делает годами одну и ту же практику, годами, чувствуя совсем легкую аскезу, и делает упор на пранаяму и медитацию, это нормально? Или все же нужна аскеза больше, чем совсем легкая? На мой взгляд, если человек выполняет регулярную практику для поддержания своего состояния, и основная все-таки задача и цель его жизни в какой-то альтруистичной деятельности, например, этого достаточно, потому что, ну, очень важно помнить все-таки йога для жизни или жизнь для йоги. Вот когда начинается жизнь для йоги, когда человек загоняется тем, чтобы выполнить какую-то форму, или вот еще сейчас тоже очень интересно, мы позанимались йогой интенсивно, ну, в жарком помещении, согнали с себя лишнюю воду, лишние килограммы и пошли есть во вкусные места, во вкусную пищу. И вот так мы делаем. Занимаемся йогой — едим. Занимаемся йогой — едим. В чем смысл? Не знаю. Или там есть какие-то сладкие продукты, вкусно питаться, но потом сгонять лишние килограммы. Ну, ничего-ничего. Там это фитнес-зале, да, или йогой, в принципе, ну, какая разница. Вот это я лично не понимаю, как, в чем этом смысл. Ну, возможно, просто человек, который так видит йогу, и видит там свое преподавание йоги, он как-то обосновывает это. Опять же, возвращаюсь, самое важное, как он обосновывает это внутри. Не как на камеру, в своих постах, что там говорит, признается, сердечные признания, это все вообще не имеет смысла. Если внутри у вас есть четкая позиция и вера в то, что вы делаете, ну, наверное, это обосновано. Но если это все правда, а не надуманное. Потому что даже внутри, когда мы говорим сами с собой, мы... Ну, пытаемся оправдаться перед самим же собой, перед совестью там, и так далее. Вот эти внутренние диалоги, которые ведутся. Смысла в этом нет совершенно. И в данном случае рекомендовала бы каждому какую-то деятельность для других и, конечно же, внутренние практики, которые помогут разобраться, в чем действительно правда. И мотивация, и что такое искренность там для вас. Ну вот, надеюсь, Светлана, я вам ответила. То есть, на мой взгляд, любая практика, даже та же самая аштанга, я же не против этого. На мой взгляд, первая серия — это очень... Я об этом уже говорила, кстати. Это очень хорошо составленная последовательность, но, на мой взгляд, для продвинутых практиков. То есть для начинающих занимающихся первая серия не подходит абсолютно. Там есть и шершасан, там есть падмасана. Я знаю, что если люди занимаются в аштанга-классах с опытными преподавателями аштанга-йоги, им не дают первую серию сразу. Они могут выполнять этот сурья намаскар вечность целую, пока у них там колени, ноги, там бедра не подготовятся к остальным вариантам. И, в принципе, вот, на мой взгляд, это правильно. Когда преподаватель берет на себя ответственность за занимающегося, и он смотрит на него и решает, там, тебе можно, тебе нельзя. Но с другой стороны, вот в том плане йоги, которой я занимаюсь, это ограничивает свободу. Кармическая ответственность берет на себя преподаватель, ну, это его выбор, его решение, но в то же время занимающийся себя полностью снимает всякую ответственность, и он идет на поводу. Выбор каждого. То есть он занимающийся нашел себе учителя, он следует его наставлениям, а преподаватель он должен быть настолько компетентным, чтобы разглядеть, есть ли у человека анатомические ограничения, или он просто ленится, он просто редко посещает. Ну, то есть здесь очень много тонких моментов.
когда начинающим практикам дают первую серию, вот так вот просто, ну, на мой взгляд, это такой безответственный подход, потому что даже выполнив там все эти сури намаскар, даже выполнив всю последовательность, в итоге делать лотосы, вот так вот прям вот с размаху, или шершасану, я не знаю как, ну, наверное, какие-то особенные занимающиеся, особенные начинающие. Я когда проводила что очные занятия, что вот сейчас онлайн ко мне ребята приходят, ну, больше вот они фотографии мне просто выкладывают, и я знаю, у кого какой уровень. Я знаю, у кого какие наклоны, у кого какие бабочки, бадхаканасы, ну, какие лотосы, как это можно выполнять. Ну, то, мне кажется, что всё-таки вот в этом есть какая-то недоработка, слабое место, и, ну, для текущей, наверное, современности это не совсем подходит. Или же только вот под контролем преподавателя, который компетентен, и который в своей компетентности уверен, и который не только занимается асанами, но и все-таки развивает какое-то чистое видение. Ну, например, в Вималакирти Нирдешсутре, когда была беседа в Вималакирти с одним из бодхисаттв, по-моему, и он говорил, что ты сначала развей чистое видение. Ты сначала войди в самадху и посмотри на корни этих там, монахов, этих людей, и потом давай им наставления. Если ты этого не видишь, как ты можешь им давать какие-то наставления? Как ты можешь говорить им, иди, например, путем Тхеравады, а не Махаян? Если ты не видишь, какие у них корни, если ты не видишь их прошлые достижения, не видишь их текущее состояние. В то же время я обратилась бы и к тем преподавателям, кто решает, что вот этому можно уже делать, а этому нельзя. Но, видимо, у них такие достижения есть. Это очень здорово. Вот я за собой таких достижений не вижу пока, поэтому я всегда на занятиях даю несколько вариантов упражнений, и группы в целом общие. И если человек занимается в них регулярно, он может выполнить все те элементы, которые мы делаем. Ну, опять же, у каждого свой подход. И, наверное, хорошо, что столько школ, столько преподавателей вокруг, потому что каждый человек может выбрать сам, в этом проявляя свою кармическую ответственность и свою осознанность. Вот. Вообще, собиралась с вами поговорить про натраджасану, но, видите, получилось немножко в другую тему разговор зашел. В итоге хочу всем вам пожелать осваивать те упражнения, те асаны хатха-йоги, которые для вас важны и интересны, на мой взгляд, это в некоторой степени подогревает интерес к занятиям. И, ну, если, например, у человека не идет пока медитация, пранаяма, ну, не то, что не идет, но пока он не видит какой-то отдачи, ну, не видит опытов, не видит переживаний, не видит вот этого спокойствия ума, о котором все пишут и рассказывают. То есть он, человек садится в позу для медитации и думает о своем. В общем-то, анализирует прошедший день, будущее, ну, просто вот сел посидеть. И вот сколько не пробует заниматься, у него вот такая медитация проходит. Пранаяму пробует делать, но через 3 цикла дыхания ему это надоедает, и он бросает. Вот что в таких случаях делать? Но тем не менее, все-таки наслушавшись о йоге из лекций преподавателя, у нас в клубе УМРУ многие преподаватели очень вдохновенно рассказывают о йоге и о хатха-йоге. Вот что делать? Вот, ну, не идет. Что делать? Хатха-йога в данном случае хорошо подготовлена. Но здесь самое важное не заиграться, потому что форма, она увлекает, она привязывает, это дополнительная сначала уловка для ума, ну а потом запутанность для ума. И каждый находит свое. Вот в данном случае, если у вас пока не идут какие-то глубокие, серьезные техники, но интересно, тогда, ну, на мой взгляд, хорошо зацепиться каким-то образом за практику. Если вы нашли своего преподавателя йоги, то старайтесь у него регулярно заниматься. Если вы нашли какой-то свой комплекс йоги, у нас на YouTube очень много видеокомплексов в бесплатном доступе. Вы можете выбрать своего преподавателя, какой-то комплекс, и занимайтесь по нему регулярно. Кого-то это удерживает на пути, и кому-то это дает внутренний рост. Опять же, что такое, ну, для меня внутренний рост и что такое вообще эффекты и возможности? Когда, позанимавшись по этому комплексу, вы чувствуете прилив энергии, силы на то, чтобы дальше заниматься теми делами, которые у вас есть в вашей жизни. И в целом у каждого ведь разные социальные обязанности. Если вы решились для себя уже закончить эту социальную жизнь и готовитесь к уходу из этого мира, к перевоплощению, это совершенно одно. Если готовитесь к уходу в пещеру, там, в монастырь и прочее. Если же у вас социальная жизнь, если вы живете в семье, если вы работаете и в целом не ожидаете, не планируете ухода, не все от нас зависит, конечно, потому что жизнь конечна, и она неожиданно конечна, как сказано в одном известном произведении.
Но тем не менее, вы пока не планируете. От практики вам важно получать жизненную силу или там ее раскрывать, или ее чувствовать. Что такое, когда мы не чувствуем жизненного подъема, энергии, жизненной силы? Когда у нас упадок, депрессия, разочарование, расстройство. Это порой тоже определенный толчок, это важный этап, но иногда это затягивается. И вот когда у вас после практики хатха-йоги или любой другой техники, у вас вот есть это вдохновение, есть этот прорыв, есть этот подъем на дела, ну, это хороший результат. И вот в данном случае йога для жизни. Да, йога нам помогает жить дальше эффективно, качественно. И очень важно, как вы эту энергию будете использовать. Если вы потом пойдете играть в компьютерные игры или болтать с друзьями, ни о чем пустословить, это одно. Если вы пойдете заниматься какими-то делами, которые также будут вдохновлять других, также будут облегчать какие-то переживания, боль, горести, страдания других, какое-то служение для других людей. Может быть, вы напишете интересный текст, который человека заставит задуматься о том, что пора перестать употреблять мясные продукты, потому что это убийство, это причинение вреда другим живым существам. Ну и так далее. То есть задуматься, например, другим людям о нравственных дисциплинах, обо всех заповедях, которые в священных текстах указаны. Ведь это все в целом очищает наш внутренний мир и помогает нам быть чистым не только телом, да, как хатха-йога прадипика нас в большей части учит, но и внутренним состоянием, внутренним умом. Тогда такая практика имеет смысл. Тогда имеет смысл нидраджасану выполнять, и стойку на руках, и йога-нидрасану, и падаширшасану, все что угодно, если это все приносит. Если же вы практику используете на то, чтобы у вас были денежные средства на путешествия, на какие-то даже минимальные обогащения, ремонт, новую машину, ну, я не знаю. Вот в данном случае йога становится в большей части бизнесом, фитнесом. Ну, опять же, это выбор каждого, и в том числе преподавателя йоги. Но мы же понимаем, что рано или поздно это все заканчивается, к чему это приводит. Вот, здесь уже речь заходит, опять же, к той же искренности, которую мы все стараемся пропагандировать. О чем она и к чему она приводит. По-честному, разобравшись с собой, а ради чего я преподаю, ради чего я все это делаю, ну, по-честному, вы себе сможете ответить на вопрос, а вообще стоит этим заниматься или что-то попроще найти. В данном случае я не призываю бросать, естественно, преподавание тех, кто вдруг обнаружит, что у него пока нету альтруистичных чистых намерений. Но это повод сейчас обнаружить какое-то заблуждение, какую-то запутанность. Это повод сейчас обратиться, может быть, к каким-то текстам, к каким-то книгам, которые вам напомнят, что самое важное не материальное в этом мире, что в этом мире нету смысла накапливать что-то материальное. Вообще, в принципе, нету смысла накапливать что-то материальное. И об этом важно помнить. Важно помнить, что нет смысла проводить миллион семинаров, миллион ретритов, чтобы заработать денег. Если вам хватает денег, особенно человек, который йогой занимается, на какие-то естественные потребности ваши, этого достаточно. В принципе, накапливать и что-то собирать даже на следующий день, на завтра, особенного смысла не имеет. И вот когда вы размышляете о таком непостоянстве, о конечности всего, вы, в общем-то, тоже мотивируетесь, во-первых, сегодняшним днем, сегодняшними целями, и преподавание становится более качественным, ну, на мой взгляд. И в данном случае эта самая искренность проявляется. Из-за моих красивых фото в Инсте много людей начали интересоваться йогой, поэтому надо осваивать такие красивые асаны. Вот моя мотивация. Ну вот я вам в данном случае, наверное, соглашусь. Это тоже вот в моем случае одна из причин. И я знаю, что я выполняю не очень много асан, ну, объективно говоря, то есть шпагат, это натараджасан, но еще и кападраджикапатасан, какие-то, ну, из эффектных. И в то же время я знаю, что эти положения, они людям интересны именно с точки зрения, ну, эстетического какого-то эффекта. И действительно интереса пойти посмотреть, а что это такое за йога. Естественно, люди идут на сайт Умру, там сталкиваются с большим количеством интересной информации. И, конечно же, сами вы знаете, что эта информация далеко не о форме, а о том, о чем вот мы говорили с вами ранее. Для меня это тоже одна из мотиваций. И в данном случае я считаю, что это не личная мотивация освоить и там покрасоваться в фотографии. То есть, когда мы смотрим фотографии без обработки или живое исполнение, это далеко не так эстетично и красиво, как смотрится. Здесь, конечно же, прилагают усилия команда профессионалов, которые помогают нашему визуальному восприятию действительно сосредотачиваться и останавливаться на этих фотографиях.
Так что я с вами соглашусь, и я считаю, что это одна из причин. И на текущий момент нашей современности, когда люди все равно зациклены на визуальном, сколько им ни говори о внутреннем, вот такую беседу, которая сейчас у нас с вами была, послушать вряд ли кто-то сильно сможет. Или мало кто читает посты в Инстаграм. Вы замечали? Вот. Иногда люди лайкают или там даже репостят, или даже сохраняют в закладке, потом никогда в жизни к этому не возвращаются, не читая текст. Соответственно, конечно, сначала срабатывает визуальный ряд, и потом, возможно, эффективный заголовок, и уже потом, может быть, и пост прочитают. Вот. Ребят, благодарю всех еще раз, кто здесь до сих пор оставался. И вам желаю хорошего дня, интересного, эффективного. Пишите, пожалуйста, комментарии к этому видео. Мне интересно ваше мнение, почему вы осваиваете сложные асаны. Какая асана была для вас сложной, какая асана тяжело давалась, но вы все-таки преодолели свои ограничения. Если вам есть чем поделиться, каким образом вы это преодолели, пожалуйста, пишите. Благодарю еще раз за внимание и надеюсь, до скорой встречи.